Вы находитесь на канале Криптонация Лайф. Меня зовут Алекс. Мы начинаем. Начинаем разбор проекта, который называется WinBix. И давайте начнем с того, что же это за зверь такой WinBix. Это платформа, разработанная командой энтузиастов, которые собираются дать возможность продавцам и покупателям активно участвовать на данной платформе и получать все фишки и функции данной платформы для того, чтобы можно было реализовывать свои товары, а также приобретать их по очень выгодным ценам. Так скажем, можно это назвать аукционом на блокчейне. Они решили, задумали этот проект уже очень давно и реализовали его с помощью привлечения специалистов и с помощью своих собственных наработок, которые они внедряют на данную платформу. Здесь будет реализован блокчейн, криптовалюта собственная, а также децентрализация. И, соответственно, это все даст каждому покупателю возможность безопасно, надежно и гибко и удобно в данном кабинете приобретать товары по очень выгодным ценам. А покупателям размещать свои собственные товары, следить за аналитикой покупок, а также можно выставить минимальную цену на товар. А система уже будет рандомно выдавать цену для покупателей. И потом он сможет отслеживать потребности клиентов, в соответствии с этим строить график дальнейших продаж своей продукции на данной платформе. И самое интересное, что все будет отображаться в блокчейне. Все транзакции, все покупки, все доставки, все это будет на данной платформе. Все это будет видно, удобно, надежно в данном кабинете платформы WinBix. И также здесь будет реализован свой собственный токен, который будет ERC20 WBX. Он будет работать для того, чтобы данная платформа функционировала и чтобы на ней можно было приобретать товары. Так что здесь будет все очень удобно, надежно. И для того, чтобы данный сервис реализовать, они используют такую технологию, как DAICO. Да, они выбрали не ICO, а DAICO. Это децентрализованное автономное размещение средств. То есть все средства будут поступать не на счет команды, а будут поступать на счет смарт-контракта, с которого будет невозможно снять команде средства, а им будут управлять именно инвесторы. И в дальнейшем все средства, которые будут собраны на pre-DAICO и на DAICO, будут реализовываться в соответствии с роудмэпом. То есть в роудмэпе есть пункты, на которые будут каждый год выделяться данные средства. И они будут выделяться по этим пунктам каждый год для того, чтобы развивать свой проект. А вы спросите, как же будет зарабатывать команда? Команда уже получит денежные средства после полного реализации своего проекта, после того, как они его запустят. Также каждый клиент и каждый покупатель и продавец может надежно и удобно на ней работать. Так что, если вас заинтересовал данный проект, то мы еще сделаем по нему выпуск. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а все ссылки на данный проект будут в описании. Покедова!